Перед вами два малыша. Они очень похожи, и тем не менее они совершенно разные. Первый – это Арчик. Его нашли на перекрестке. Там часто сбивают животных, потому что все спешат. Спешат проскочить перекресток. Но хоть бы кто-нибудь, хоть на миг представил на месте этого несчастного щенка себя. Ведь сколько раз мы, люди, точно так же несемся под колеса машины, пытаясь проскочить. И водители тормозят, потому что бежит человек. А вот когда бежит щенок или собака, тормозят не все. И это зависит все-таки от души человека. Мало того, что малыша сбили, его чуть не раскатали. И совершенно случайно девочка утащила его с дороги. Арчику повезло. Его даже сбитого раненого успели забрать из-под колес. А сколько таких, которого сбивает одна машина, а следом раскатывают другие? Ребята, мы живем в страшном мире. В очень страшном. Мы не всех можем спасти. Ребята, но мы можем помочь тем, кто попал в беду. Я обращаюсь к вам за помощью. Для этих двух малышей. Это Арчик. Ему 1 годик. Он небольшой. Рост где-то 35-36 сантиметров. А следующий, очень похожий на него, это Тишка. Это щенок, и ему всего 4 месяца. А у Тишки судьба еще страшнее. Малыш зашел в палисадник в надежде найти кусочек хлеба. В чужой неогороженный палисадник. А на него с ногами набросился мужик и на пинках, на глазах у детей, вышвырнул щенка на дорогу. Пинками. Дети побежали к родителям. Одна из наших знакомых пошла искать и нашла ребенка скулящего, прижавшегося к стене. Она забрала ребенка и позвонила нам. Ребята, вот это бесчеловечно. Ну, забежал щенок. Ну, выгони его хворостиной в крайнем случае, если он тебе неприятен. Но бить малыша, переломав ему 2 лапы, ребята, это зверство. Это произошло в селе Задонское. Я обязательно узнаю адрес и напишу. Об этом надо знать. Надо знать, где живут уроды. Бесчеловечные, жестокие, страшные. Ребята, малышей мы прооперировали. Операции дорогие. У одного сломан таз и бедро. У другого переломаны 2 лапы. Ребята, нам на операцию надо почти 50 тысяч. И я обращаюсь к вам. Это в наших силах спасти малышей. Спасти ребят. И хоть немного смягчить то зло, что было причинено. Вы с нами, мои хорошие. И если с нами, отзовитесь, пожалуйста.